Всем привет! Записываю видео для Poker Ability. Курс Poker Pro. Это уже четвертый поток. Это у меня будет пятое отчетное видео. Сегодня чем занимался, хотел бы рассказать. Начал изучать второй раздел стратегии. В принципе, еще не было задания такого, но стало интересно. И как бы для себя основной пункт — это расшифровка постфлоп статистики. Стало важной, потому что много стат, на которые, в принципе, не обращал никогда внимания во время катки. То есть, о чем очень жалею в данный момент. То есть, бывало, что тупо телефонил, ну, против тайтовых игроков, против которых там CBT очень маленькие, там, около 50-40%, я у них телефонил. То есть, и также наоборот и ставил, то есть, типов, которые очень мало фолдят, что это для меня была большая ошибка. В целом сегодня еще поработал над игрой, поразбирали раздачи, стараюсь минимум две раздачи в день разбирать. С форума плюс, возможно, свои немного разбираю. Ну, свои я уже смотрю так, чисто без описания, просто, как бы сказать, в уме. По катке, что могу сказать, ну, вроде сегодня более-менее откатал, там тоже плюс, плюсанул около двух боинов, что-то такое, ну, по-прежнему, не знаю, очень много мелких спотов проигрываю, считаю, на этом теряю большую часть своего винрейта, потому что если посмотреть по крупным банкам, в принципе, у меня достаточно мало, я их проигрываю вообще. А вот очень много мелких банков, там на 10 ББ, на 20 ББ, вот именно таких. Надо это как-то будет фиксить в дальнейшем. В целом пока нормально. Задание вроде уже все недельные сделал. Отчет. Вчера, правда, забыл на форуме отчет сделать, ну ничего, думаю. Ничего там страшного не будет. Так, движемся по плану. Завтра субботняя тренировка. Хочу, чтобы сделать, выложить статы. Ну, разбор базы у меня достаточно маленький, маленькое количество рук. Хочу попробовать статы, скрины поделать, чтобы тренер мог разобрать и найти какие-то лики в моих статах. В целом, в принципе, я сам вижу, у меня достаточно большой фолд на 3-бет, там 65%. По камбетам вроде нормально более-менее, хотя, может быть, скорее всего, в позиции у меня камбет завышен, там около 70% на флопе, даже больше, наверное. А то есть, хочу, чтобы подробно тренер разобрал мою статистику. Ну так, завтра ждем тренировки. Всем пока.